Привет, ребята, вы на канале Сахалос. И смотрите, что через у нас. 4 часа будет супер премьера. Обновление. Через 4 часа. Это обновление в 10-летие. И мы в этом видео узнаем, что же будет на 10-летие в Массинген Монстров. Так, ну конечно же сначала. Вот. Получить уведомление до премьеры Сашки. Погодите, ты что? Что? Ты что, на них не подписана? Не знаю. Позор тебе. Позор. Подписаться на Массинген Монстров. Кошмар, как я могу. Блин, кто так делает? Вот такой мамонт, который радуется, что, о том, что скоро 10 лет. Я сейчас, вот знаете, как я об этом узнала? Я просто, знаете, зашел, бац, мне вылетает, и я такой, что за жесть? Откуда это такое? Я в таком счастье. В таком шоке. А прикиньте, просто нам сегодня добавят новый мир. Посмотрим, что нам классно. Сегодня добавят. А еще мы сегодня ждем новых янтарей. А, и кажись, там будет зубастик, как я его называю. Давайте проверим и нет пока. Пока еще не там так. Точно трюк. Я ставлю 100 миллионов долларов. Если это не это, то я вам отдаю 100 миллионов долларов. Мне Ваня отдает 100 миллионов долларов. Он будет работать до пенсии, чтобы отдать мне эти деньги. Да. Там должен быть пародирующий этого Винкера. Как бы, точнее, Винкера скопировали с него. Его чуть ли не помню, как его зовут. Поэтому не буду говорить. Не помню. Ну и зубастик. Он, типа, либо может не зубастик, может быть новый пятистихийный, опять же. Его я называю бочка. Не знаю, почему бочка. Да. Но, знаете, почему я его называю бочкой? Потому что у него, короче, за спиной, наверное, будет 4 бочки. И он им будет стучать. А я сегодня пыталась вывести губку, у меня получился сварливер. А у меня на аккаунте ни одного сварливера. Вот вообще какая-то подстава. Мне вообще не нужен 10 сварливер. А у меня губка не... И у меня получился сварливер. Когда мне нужна была лопата, у меня получилось. Диода. А у меня, слава богу, хоть на воде получилась губка. Потому что мне нужно делать... А прикинь, у тебя бы сейчас получилось бы. Это была бы вообще мировая подстава, потому что мне нужно делать губку, чтобы закончить своего вублина. Ну, если что, мы, в принципе, можем попозже, когда будет дешево, продать. Что продать? Ой, продать. Что дешево продать, я вообще не поняла. Дешево продать. Что ты, Ваня решил дешево продать, я не знаю. Да не продать, что он собирается там продавать. За когда будет дешево стоить, можно будет за ломатики промотать свой лидера. Посмотрим. Сейчас я вам точно название скажу. Я, конечно, по-русски вам это не скажу, но допустим по-английски. Потому что мне разработчики написали только по-английски. Да, Ваня. Проблематично с английским, на самом деле. Оп, наша зеленка получила 10-й. Найс, хорошо. 11-й делаем. Давай делаем. Бац. Буф, день и 3 часа. Ждем. Ну и готовьтесь к названию. Давай. Unblock это... Да? А, это у меня unblock 19 уровня. Ага, не какие-то там проблемы. Сейчас. Мне так кажется. Я чуть-чуть просто подлагиваю нас... чат. А, здесь мы ждем, когда у нас будет... Юля здесь у нас делается. Вот, во, ищу. Где тут эти надписи? У меня жестко качает. Так это они... Вот. Намечается трюк. Ну, рассказывай давай уже. Мы уже устали тебя ждать. Ты что-то очень долго думаешь, что у тебя там намечается. Давай тебе попытаемся жужжуку сказать. Мы жужжука? У нас есть жужжука. Ну пусть будет еще один. Что, тебе жалко? Ну давай, жужжука. Это хромакука. Плюс помпанюга. Помпанюга и нет, помпанюга получилось. Ну ты рассказываешь.
Да. Или нет? Мы уже устали ждать, когда вот, ты что-нибудь нам сообщишь. Бисанурус. Бисанурус. Это еще может появиться... Вот как раз он. Инсаур. Это зубастик. И вот он, пятистихийный. Его зовут... Дромедару. Дромедару? Да. Это, короче, такой чувачок, у которого две бочки на спине. И он такой красивый. А я очень хочу попробовать вывести Церепа. Давай попробуем. Зажжем все факела, нам тут все зажгли факела. Пипец, давай, что творите там? Нет, один факел не зажжем. А давайте один зажжем, да, алмазики. Нам вроде вас ничего не жалко. Так, и мы берем. И плюс лопашка. Так, мне кажется, нет. Нет. Я расстроен. У меня еще не было ни одного церебра. Подписчики, если что, если вам интересно, 5 стихийных всего лишь 2 штуки. Ну, а мы ждем 22.00, когда будет обновление через наших янтарей. И, конечно, через 4 часа мы ждем премьеры на YouTube-канале. Ну, а вы были на канале Сахалос. Всем пока-пока. Всем пока-пока.